Добрый день, друзья! Сегодня 8 октября. Последние денечки солнечные. Вот. Я на улице Абакан. Абакан, я знаю, плохо. Здесь садоводство развивалось своими путями. Но когда-то мы еще поговорим об этом. Вот. Я шел мимо, шел я в магазин. Там продают саженцы. Я не буду называть этот магазин. Я вынужден буду, чтобы не выглядеть шпионом, попросить разрешения съемки. Вот. А шел я, шел. Не могу я, у меня особое зрение. Я вижу уродливые деревья, посмотрите. Может быть, впервые вы это заметите. Вот эти деревья, в ураганный ветер убивают людей. Прямо на улице города. Каждый ураганный ветер отчитывается. Погиб мальчик, погибла женщина. Раздавлены столько-то машин. Вот. У нас не существует никакой культуры посадки. Вот. И вот я шел мимо, остановился, почему? Это мемориал чернобыльцам. Видите? Я, кстати, осваивал скрытую съемку, у меня камера на груди. Я не держу ее в руках, иначе и так, когда я разговариваю, а рядом никого нет, я выгляжу городским сумасшедшим. Наверное, таковым меня и воспринимает наука. Вот. Для меня невыносимо, это сразу портится настроение, когда я вижу, как садили деревья. Как и они уродливо выглядят. Вот очередная осенью. Вот я наклонил шею, наклонился фотоаппарат с видеокамеры. Осенью режут. Вот. Даже не представляю, какие раны наносят деревья. Для них разницы нет. Какие раны? Наверное, я здесь пройдусь по Абакану и сделаю несколько фотографий. Уже те деревья, которые калечили чуть раньше. Самое страшное, что эту технологию, ее технологией назвать нельзя. Я это называю садовым Чернобылем. Вот. Только никто никогда мемориал не поставит деревьям, загубленным миллионам, миллиардам людьми. К сожалению, этого не случится. Но это тоже Чернобыль. Вот. Вот они, несколько фотографий, полюбуемся. И сейчас пойдем в магазин. Все же небольшая преамбула. Пять дней назад я был в этом магазине. Я начал съемку. Я попросил разрешения у... надеюсь, сегодня будет та же самая продавщица. Вот. Я не хотел ее подводить. Я сказал, что я просто... начну съемку, и если что-то не понравится, эта съемка будет уничтожена. Вот. И вдруг случилось следующее. Вначале все было тихо-мирно, потом начали собираться люди. А это все-таки не просто. На улицах меня никто никогда не узнавал. Все лето. Я все лето. Больше 40 поездок. А может уже и 50. В Абакан по очень таким грустным делам. И вот... значит, магазин все-таки садовый, вот. И меня узнали, начала собираться толпа. И один сказал: так вы тот самый Железов, а вы знаете, что у меня ваш саженец груши погиб и два саженца абрикоса. Я примерно говорю, вот, не отвечая за точное слово. Вот. Значит, причем интересно, что абрикосы погибли у него полностью, и привой, и подвой. Это при том, что подвой, он, по идее, умереть не должен никак. Пересадив за всю жизнь несколько десятков тысяч абрикосовых саженцев, посадив, или мои друзья, ну, в общем, покупатели, ни одного случая гибели целиком, а исключая случай гниения, то есть... все так же небрежная посадка, когда корневая шейка катится под землей. Все та же посадка там, где близкие грунтовые воды. И все та же посадка, где вода чуть ли не выходит на поверхность. И все та же посадка
в ямке для полива, где сгнивает опять же корневая шейка. Вот, исключая эти случаи, гибели маньчжурских абрикосов не было никогда. И человек говорит, целиком погибло. Вот. Ну что, фотографии он не прислал. Когда началась разборка, она началась чуть раньше, оказывается. Вот. Просто человек узнал меня, так как побывал уже в питомнике в Красном Хуторе. И осталось недоумение. И мое, как это так, вдруг ни с того ни с сего погибло. И я подумал так, впереди еще годы-годы жизни. Я надеюсь, что люди уже более современные, имея современные фотоаппараты, современные мобильники, они все-таки будут отслеживать жизнь деревьев, если в случае гибели будет легче установить эту причину. Осталась обида. Человек обиделся, он потерял деньги. Вот. Я ему оставил свой телефон, но он больше не перезвонил. Ну, в общем, зато съемка в магазине была фактически погублена. Я сейчас, 8 октября, снова пойду в этот самый магазин. Он отсюда в двух кварталах. Вот. И что еще я скажу, пока я еще здесь? Пока тут никто не смотрит на меня с недоумением, я скажу следующее. Значит, есть интернет-издательство Сафронова Антона Валерьевича. Мы с ним сотрудничаем много лет, мы сняли десятки фильмов, мы провели десятки вебинаров. Вот, вот этот последний случай с товарищем, которого не знаю ни фамилии, ни отчества, подтолкнул меня еще раз провести серию лекций, вебинаров, вот, как угодно их можно назвать, по интернету. И мы наметили такой план. Попробуем. Я сейчас оставляю расписание. Каждую субботу, вот, с 11 по моему времени, красноярскому, хакасскому, в 7 вечера по Москве, 9 вечера Урал. Вот, в это время я буду 1 час небольшим, чтобы субботу всю не занимать у людей. Я буду проводить лекции. И вот. Немножко. И вот благодаря вот этому товарищу, потому что мы не поняли друг друга. Он узнал меня, значит, все-таки что-то читал, но сами понимаете, что-то где-то как-то. Этого не хватило, чтобы все-таки саженцы пережили эту зиму. И все-таки у него потери. Попробуем начать все сначала. А вдруг все-таки это его ошибка? Так, друзья мои, мы с вами присутствуем при, казалось бы, личном разговоре, но он совершенно не личный. Дело в том, что перед этим, ну, 10-20 назад вы услышали от меня, что в этом фильме, вот, который, в принципе, уже снят, о том, что у меня есть помощник, вот, и не просто помощник, я таких помощников уже пригласил в Кремль работать, но пока еще не поступило оттуда почему-то заявки. Такие люди нужны стране. Так вот, перед нами Сафронов Антон Валерьевич, живет в Новокузнецке. Фактически я заочно вас знакомил, ну, где-то мельком, а сейчас случайные. То есть для нас разговор специальный, вдруг он говорит, а я был на рынке, меня попросили помочь уже как садовода выбрать саженцы. Так, по-моему, Антон Валерьевич? Да, вот. А я сказал тогда так, а давайте тогда мы с вами поговорим в таком плане. Мы ведь сейчас встретились для чего? Вот я сейчас вашу эту лицо в уголочек перемещу, да? Вот. И перед нами вот это вот получается такой материал. Лекция, вебинар «Железо для садоводов». Значит, вынужден сказать об этом, потому что как раз удачный случай получился. Чуть позже поймете почему. Итак, сегодня у нас число 10 октября, это среда. А уже в эту субботу, 13-го, мы проводим первый вебинар. Вот, руководитель интернет-издательства, вот, господин Сафронов, которого видите на экране, вон он в уголочке.
Он является техническим руководителем, я без него как без рук. Вот, значит, мы надеемся, лекция будет проходить в течение всей зимы. Так, каждую субботу, может быть, некоторые сдвиги будут там, праздники, например, новогодние. Вот, мы все это попробуем преподнести. Уже, кстати, вот он сейчас, Сафронов, он у меня в удаленном управлении занимается, то есть хозяйствует на моем компьютере, он вам показывает, чем мы будем заниматься. Вот, но посмотрели вы, я уже коротко сказал, каждую неделю, 1-13, время по московскому времени 19 часов, длительность я сократил по просьбе Антона Валерьевича, потому что я обычно меньше 3 часов не мог уложиться, а люди усталые, все-таки вечер. Ладно, в Москве будет 7, а у нас, например, в Сибири может быть уже в 11, а на Дальнем Востоке уже 32-3 часа ночи. Поэтому мы сократили длительность, лучше мы будем чаще встречаться. Так, ну и вы видите тема. Первая тема, она очень важная. Чем? Я сейчас быстренько хочу, чтобы вот здесь вот мои, не сказал старые, это ретро. Это то, чем я занимался, первый мой опыт, первые мои удачи, видите? Вот. Первые мои советы, потому что я вот сейчас только один, Антон Валерьевич, извините, сейчас я вам дам слово. Вот буквально, весна, саженцы идут в лед, а на каждом саженце еще не снята прививка, обмотка, да? И они все, их еще и посадят, эту обмотку не снимают. А еще эта дебильная обмотка специально называется, пленка-черенок, якобы совсем снимать не надо. Я пробовал не снимать. Вот что получается, видите? Вот. Казалось бы, совет простенький. Привили в апреле, в июле снимите, все. Вбили колью, чтобы саженец не упал. Вот. И сняли. Нет, до зимы, всю зиму, весна, продаются. А это же чертова обычно это изолента, полипролоровиниловая изолента. Обычно, ну та самая, что в электричестве применяется. Вот ведь, и этот совет стоит тысячи, сотни тысяч. В конце концов, это настолько распространенное явление, не снятая пленка, что речь идет о миллионах погубленных саженцев. Вот для чего, надеюсь, мы с Антоном Валерьевичем вам пригодимся. Вот. Дальше вы говорите. Вот это не снятая это прививочная лента. Вопрос наблюдения, опять же, тоже. Если саженец дохленький, вот привил, прививочку сделал, да, он еле-еле растет сантиметров там 20, ну 30-40, может быть, да. Прививочная лента перетяжек никаких не вызывает. И поэтому... А передо мной, я понял вашего, уже я понял, быстренько отвечаю, значит, перетяжки нет, а сама изолента дает вот то, что сейчас я показываю, на экране вы не видите. Под ним сгнивает, нет, под ним сгнивает. Я видите, видите. Да, я понял ваш ответ, но смысл-то в чем? В том, что вот вы говорите о том, что под пленкой сопревает кора, и, да, гибнет камень, и все, и удушье, и все, и растение, можно сказать, просыпается весной. Особенно, вы правы, особенно если оно активно растет. Перетяжка страшная вещь. Да, но у меня в саду большая часть саженцев, если бы я прививочную ленту не снял в июле, или даже в конце июня местами на некоторых саженцах, то они бы просто бы на данный момент, они бы уже все обломились, упали бы, потому что было бы, ну, как по принципу часов этих песочных. А лучший ученик Железова у вас это прекрасно росли. Нет, я сейчас не хвалюсь, я просто говорю о чем. Это возникла эта тема вот с этим неснятием этих прививок только за счет того, что либо это ну, совсем еле-еле растущие саженцы какие-то, что прививка не удушья не вызывает, либо обмотку делают неплотно. То есть не по вашей технологии. По вашей технологии, по-моему, не снять прививочную ленту, это просто невозможно, если прививаешь. Да, потому что тугой, очень тугая обмотка. Очень тугая обмотка, да. Антон Валерьевич, мы сейчас
поневоле начали раньше времени. Это будет просто фильм в Ютубе. Давайте мы это. Я просто чем это, дальше не продолжаем про обмотку. Я хочу сказать, что я просто подчеркнул важность наших с вами лекций. Вот, всего лишь. А теперь давайте тот самый вопрос, ради которого сейчас получилось дополнительный сюжет к последнему фильму. То есть после этого фильма. А, Анатолий Валерьевич, люди спрашивают, перебью. Люди спрашивают, а запись будет? Уже вон в это, уже вопрос пошли. Конечно, а как же будет? Все, ответ ясен. Теперь ваш вопрос чисто такой, который, естественно, я к нему не готовился, я даже знаю, что вы сейчас спросите. Я бы просто, я, видите, я как бы пытался подвести к этому вопросу, задал, рассказал, что я выбирал недавно саженцы в помощь своим друзьям, как бы. Прошелся по питомникам, которые у нас есть. Оказалось, что очень годного материала практически нету, там везде либо это совсем такое плохое качество саженцев, либо они просто остатки сейчас вообще остались, которые просто все, сняты сливки, то есть забрали все, что есть. Те, что нормальные, оставили самые слабенькие, самые там, ну, в общем, самые негодные материалы. И я везде, в каждом питомнике наблюдал тему, что рекомендуют копать яму, значит, под посадку саженца. Также я начал в интернете смотреть всякие питомники, которые большими масштабами продают саженцы, делают там по много, очень много, там десятками тысяч, наверное. И везде копать яму, копать яму. И у меня вот эта мысль долго крутилась в голове, и потом я понял. Не понял, а ну, в общем, одна идея, которую я хотел с вами обсудить. Эти саженцы, скорее всего, все выращены на искусственных минеральных удобрениях, которые там капельным поливом, значит, закачивались в течение этой вегетации, да. И если мы возьми этой саженцы и посади просто в обычную нашу землю, там, ну, внизу глина, там, 20-15-20 сантиметров плодородной земли, да, и что, ну, там, разной степени плодородности, и что мы получим? Этот саженец просто расти не будет, скорее всего, в таком формате. А если еще не сделать обрезку, как вот вы рекомендуете, то это однозначно гибель просто произойдет, и все. Да, гибель. И вы же еще не знаете, я уже практически отвечаю на вопрос, вы еще не знаете, что те, кто посмотрит этот фильм целиком, это последняя часть этого фильма, ну, последний кусочек. Угу. Вот. Значит, что там я находился в магазине, и у меня там было интервью с не просто с продавщицей, а она же и научный работник бывший. Вот. И тем не менее, мы с ней не сошлись во мнениях насчет обрезки. Тем не менее, вот эти мощнейшие саженцы, они будут фактически загублены практически все уже этой зимой. Она же продает сейчас, эти дни, а до зимы остались считанные дни. Вот. Спасти может только страшно сильная кардинальная обрезка. Мы об этом будем говорить когда? Да вот уже в следующем, уже в нашем первом этом сюжете, 13 числа, да? Но я что хочу сказать. Был такой Мичурин, я преклоняюсь перед ним. Я с ним согласен, не согласен в половине случаев. Но были кардинальные вещи, где мы сошлись. У него был сад на богатой почве, и сад мерз. Он в отчаянии его перенес на бедную почву. Это наоборот, вот вы сказали, да, закармливать деревья. Она говорит, а не однолетки, вот то, что увидят люди, да, в сюжете. Она сказала, а не однолетки, вид у них как мощных двухлеток. Вот, и если однолетки, то вы правы, их закармливали. Тем более, это крупнейший научный центр их кормится за счет этих саженцев. Вот, они... Продолжать это же, заполни яму перегноем, минеральными удобрениями, все как положено, не дай бог один к одному, как вот еще учат суперспециалисты, вот, я так с иронией их называю, суперспециалистами, и они погибнут. Перенос на бедную почву, это один из факторов их спасения, и вы своим друзьям говорите, уж если взяли вот это вот, его надо сразу в печку, вот, то, что сейчас, то, что люди, по крайней мере, увидят на экране, вот, а... Маленький шанс остается. Сильнейшая обрезка. И просто, не говорю, бедная почва. Вот какая есть, но без подкормок. Все, давайте заканчивать. Иначе зачем мы будем с вами всю зиму говорить?
если мы уже... Лен Корнеевич, вот объясните, мне это интересно. Вот вы говорите, саженец, который выращен в питомнике, на это, как жирующий, то есть он, его кормили азотом там буквально, может быть, до зимы, потом спрятали в, это, в погреб, он перезимовал. И мы не, ну пока осень, пока мы говорим про осень, впереди зима. Ну ладно, допустим, осенью. Перед зимой однозначно гибель, если мы его посадим в такой. Ну его в таких случаях рекомендуется прикапывать. Вот это, может быть, спасет до весны, но там опять бедная, то есть, я не говорю бедная почва, без добавок и сильнейшая обрезка. Все, других вариантов нет. Для того, чтобы спасти хотя бы деньги, а вдруг он не помрет. То есть я не говорю, что он не помрет, а вдруг повезет. Все, что рассчитывает, только на везение. Там еще много факторов других, что мы не знаем. Так. Нет, в этом я с вами согласен. Мне просто вот сам факт интересует перспективности роста даже. Допустим, а этот саженец даже с это, закрытой корневой системой пусть будет. То есть корень остается целый. Допустим, мы его не обрезали. Ну, я про это мы с вами будем говорить. Жаль, вот у меня сейчас, я не готовился к этому разговору. У меня фотографии, вот, раскрою тайну. Мы с Сергеем Железовым вот, сотню саженцев посадили необрезанных. Самые вот эти неубиваемые абрикосы. Сейчас стоят с сухими верхушками. Вот так вот. То есть мне пришлось провести специальный эксперимент для него, для всех, для всей страны, для всей планеты. Пересаживать без обрезки нельзя. Пересаживать без обрезки нельзя. Вот, и вот доказательство, мы провели специальный эксперимент, у них там 1000 штук было, не жалко. Он пересаживал, резал, и у меня фотографии, там сотни, 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 а сотня не обрезанная. А его учили, он институт, ой, техникум закончил, а он агроном. Вот, оказалось, правда, за мной. Вот так вот. Ну, все, наверное, по-моему, дальше надо, да, давайте, порох весь сожгем. Давайте, давайте пока будем. Все. Но я надеюсь, на вопрос ответил. Сильнейшая обрезка, никаких подкормок. Тем более закормленная. Тем более это как, знаете, зажравшегося жирного ребенка нужно садить на диету, иначе вырастет. Ну что хорошего, когда короткая жизнь, всю жизнь таскать 20-30-40 килограмм лишнего веса, распухшие ноги, это самое, потом диабет, потом все. Вот. Вот этот же диабет, я же все переношу на жизнь животных. И растений, это касается и животных, и растений. Вот. Нельзя перекармливать, нельзя, нельзя лишнюю воду лить, нельзя лишнее удобрение, нельзя, нельзя, нельзя. Вот. Торгашам надо, иначе умрут с голоду. Не дай бог мы научимся сами выращивать. Ну вот, все. Понятно, да. Понятно, понятно. Ну все, я выключаю этот самый видеокамеру. Так, друзья, благодарю за внимание.